не подрались. Если борт не выпускает аэропорт, у него есть претензия, значит, аэропорт быстрее этот процесс ускорит. И запрос обмена информацией между право, он тоже пройдет значительно быстрее. Давайте сейчас даем 10 минут. Нам дают информацию. Если вы нам не даете информацию, мы вот там перекрываем вход и выход. По возможности, если у вас есть контакты руководства. Я уже написала, я даже 20 минут назад. Руководство аэропорта. Надо предупредить обязательно, хотя бы за 30 минут, что мы, если 30 минут мы не будем носить никакой информации, мы блокируем. Поэтому главное, чтобы те, кто брал воду и булки, теперь тоже там стоят. Конечно. Они просто... Нет, это уже было полчаса.